Джамал Шейх Шариф – один из опаснейших людей в стране. Под его началом ополченцы захватили несколько ключевых районов города. Из-за них гуманитарная помощь не проходит. Найди Джамала и устрани его. Он перемещается дважды в день. В последний раз мы засекли его здесь, в отеле «Зинаки». Вряд ли он еще там, но имеет смысл начать поиски оттуда. Работаешь без прикрытия. В открытый бой не вступать. Ты одна. Разыщи цель, устрани ее. Включи GPS-маячок, и мы тебя заберем. Времени у тебя только до рассвета, так что торопись. Пленных тут принято привязывать к джипу и тащить через весь город. Их потом собирают по частям, так что не попадись. Я вернусь до того, как найдут тело. Будь осторожна, Джоди. Не лезь под пули. Не бойся. Я не одна. Открытый бой не вступать. Ты одна. Айден, проверь, чтоб не было солдат. Последний раз мы засекли его здесь, в отеле «Зинаки». Поищи что-нибудь. Класс. Теперь идем. أنا لا أتذكر حتى لماذا كنت أقاتل بعد الآن. المهم هو أن نكون مع الجانب الصحيح عندما ننتهي من هذه المعارك. هل نحن موجودين في الجانب الصحيح؟ ماذا فعلت؟ أنا لا أفهم. أنت من مؤيد جمال، أعترف.
الجميع يعلم بذلك. لا، أقسم أنني لست من مؤيديه. أنا لا أتذكر حتى لماذا كنت أقاتل بعد الآن. هل نحن موجودين في الجانب الصحيح؟ حتى إلزناك. أوشلي. Он здесь был. استمر بالتقدم. أبقوا رؤوسكم إلى الأسفل. هيا ادفعوني. Искать надо там. Здесь рядом есть собор. Его легко найти. علينا أن نصل إلى المعسكر الرئيسي للحصول على التعزيزات. اخرج من هناك. لا توجد كلمة أخرى تقال غير كلمة جبناء. جبناء أجمعين. أنت تثير اشمئزازي. من منكم يجب أن ماذا؟
بينما فلا يجب. Они были тут. ليس من حق القوى الأجنبية أن تقرر بشأن مستقبلنا، ولكن ذلك من حق شعب بلادنا. Они чуть не опередили меня. Тихо. Ты ранен. Я хочу помочь тебе. Я сейчас подойду. Ты не стреляй, ладно? Он потерял много крови. Если я не помогу, он умрет. يا هرمشي من جديد رجلي، لم أعد أحس بالألم، لم أعد أحس بالألم. ساحرة، أنت ساحرة، كيف يمكنك فعل ذلك؟ прости، я не понимаю, что ты говоришь. Салим، Салим. Тебя звать Салим. Салим. Джоди. Я Джоди. Джоди? Да. Да, Джоди. 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 Чёрт. Похоже, у нас проблемы. Как такую мусаллаха?
مهلا إلى هنا. Уходим, пока другие не прибежали. Да, Салем. Уже светает. Теперь сложно будет прятаться. Башня. Та самая башня. Ат-Туридина Джабила Унай. Ла Боржа Шабаб. Туда мне и надо. أستطيع تعبكين جيجي تعالي اتبعيني أشتو مني تريد Thank you.
لن أذهب. تعرف الأوامر. أوبريه. سوف ننتظر حتى يتصل. هل سمعت بالانفجارات؟ أنا لست مستعجلاً للانضمام إلى شريف. لقد استولوا هؤلاء الأوغاد على كل المناطق الشمالية. سحب من هنا. Они нас не видели. Ты цел, Салим? طيب طيب. لم يزب أي أذى. Здесь наши с тобой пути расходятся. Я ухожу. Ты понимаешь, Салим? لا نتركك. يمكنني البقاء ولا جانبك.
هستطيع مساعدتك. извини, но тебе со мной нельзя. Ты очень храбрый, Салим. Однажды все это кончится. И у тебя обязательно будет детство. لك حظ انقذت حياتي. لن انسى فعلك حظ ابدا. Джамал был где-то здесь. Времени мало. Вот, вот. Джамал здесь. Так, теперь поищи укромное место рядом с домом. Ты знаешь, что делать. Айден, где Джамал? Что Джамал мертв. Быстрей! جزالك فكرت أنك ستكتي Shh.
Стойте! Черт! 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 За 10 лет в ЦРУ впервые такое вижу. Босс посылает за агентом личный вертолет. Все начальство от тебя в восторге. И от Айдена тоже. Джоди, ты чего? Слушай, я знаю, что было тяжело, но уже все. Летим домой. Задание выполнено, конец. Никогда не забуду, что я там видела. Никогда. Как твоя нога? На таблетках терпимо. Международное сообщество признало легитимным правителем страны новоизбранного президента Джамала Шейха Шарифа. Джамал Шейх Шариф – один из опаснейших людей в стране. И вдруг стало известно, что он и члены его правительства были хладнокровно убиты неизвестной группой диверсантов. Найди Джамала и устрани его. На президента Джамала Шейха Шарифа возлагали большие надежды. Он обещал положить конец многолетней гражданской войне. Лидеры мировых держав уже выразили негодование в связи с этим убийством, совершенным
так хладнокровно и жестоко. Найди Джамала и устрани его. Лима зафальчи салек. Факарту она кисатикачи. Ты мне врал. О чем это ты? Джамал не повстанец. Он президент. Законный избранный президент. И что? Мы не политики, у нас был приказ. Ты знал, что я бы отказалась. И ты наврал мне. Добро пожаловать в ЦРУ. У нас тут не принято разводить сантименты. Был приказ, мы его выполнили. Вот тебе и все. Может и срать на все, но я не убиваю людей только потому, что они не приглянулись нашим генералам. Что такое? Стой, Джонни, тихо, тихо, хватит. Успокойся, вернемся домой и все ты обсудим, окей? Ты сделал из меня убийцу. Да какая разница, его все равно бы грохнули, с тобой или без тебя. У меня кровь на руках. Из-за меня мальчик лишился отца. Я верила тебе. Я верила, что поступаю правильно. Кто я тебе, Рай? Игрушка? Марионетка, с которой можно делать что хочешь? Сильная турбулентность. Черт! Я не справляюсь. Черт, ради бога, ты нас угробишь. Я их убью.